Давным-давно, а вообще и не очень давно, а в принципе вообще недавно, в городе Русь-Бабинск на свет появилась Елена Прекрасная. Она росла примерной девочкой и училась на одни пятерки. И обладала способностью менять ботинки на пирожки. Как и любая дочь, она училась краситься маминой косметикой. А как стала чуть повзрослее, перешла на велосипед, и особенно у нее получалось грандиозно падать. С каждым днем она становилась все краше и краше. Ее начали интересовать шопинг и путешествия. И она поняла, что для этого ей нужен Шенген и муж. А тем временем... Темнело за окном, наступала ночь. За кухонным столом сидел один мужик. Вадим. Охотник. Охотник. Он был грозой леса, и его боялись все животные в округе. Но и он был всегда начеку. Все было у него хорошо, но не хватало счастья в личной жизни. Тогда он решил воспользоваться самыми новейшими технологиями на тот момент. Свет, мой зеркальце, скажи, хотя лучше покажи, кто на свете всех милей, всех прекрасней и умней. Есть на свете одна дама, вот аккаунт Инстаграма. И прекрасна, и умна, и пока еще одна. И стал наш охотник думать, как бы ей понравиться. Помогите! 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 Алло, алло. И набравшись храбрости, позвал он ее на свидание. Чито грито, чито маргарито, да. Дум-дурю-дум-дум-дурю-дум. Чито грито, чито маргарито, да. Дум-дурю-дум-дум-дурю-дум. Конечно же, наша Елена Прекрасная абсолютно не пила. Даже вино. Разве что один бокальчик. Минздрав разрешает. И поняли наши герои, что они созданы друг для друга. Несмотря на то, что они, как огонь и вода, абсолютно разные. Ей нравится комфорт, а ему делать все, чтобы ей было комфортно. И поцеловал он ее в первый раз. Родила она ему сына. Поцеловал он ее во второй раз и родила она ему сына. Поцеловал он ее в третий раз, и родила она ему сына. Поцеловал он ее в четвертый раз, Елена тонко намекнула, что пока хватит. Старший сын Савелий бойкий, с детства держит в руках ружье. Средний современный, с самого детства держит в руках гаджеты. А младший держит всех в напряжении. И стали они жить-поживать, да добра наживать, путешествовать, воспитывать детей, вместе охотиться.
а она коллекционировать брендовые сумки. Вообще-то я экономлю деньги мужа и поэтому не пропускаю ни одной распродажи. В общем, обрели наши герои Елена Прекрасная и Охотник семейное счастье. А что будет дальше, история покажет. Конец.